Old body, young soul. Ты меня задолбал, сейчас будет по-другому. С размером, вот он, нашел. Всем привет, ребята! С вами Александр Олегович, и сегодня я подтянул своего друга детства, который раньше чуть-чуть там промышлял в некоторых, так сказать, баскетбольных движениях. Крутил. Чуть-чуть подкручивал, да. Вот. Сегодня мы пойдем показать молодняку, что такое. Класс. Класс. Или олдскул, как я говорю. Вот. Обязательно перед просмотром этого ролика нажимайте на большие пальцы вверх. И убедитесь, что вы подписаны на канал. Пойдем, пойдем, Максим Николаевич, пойдем. Ты что, толстый уже? Ну то что мы сюда пришли? Просто встанем, постоим, как они играют, посмотрим. Или может подтянемся к ним, как думаешь? Дай пару минут, может что-нибудь посмотрим. Лысый, он такой, он что-то может. Он джиган. Знаешь, реально на джигана похож. У меня внук смотрит, говорит, смотри, типа, там джиган. Ну так, перспективно, но не очень. Ну, раньше было чуть-чуть по-другому все. Я понимаю. Ты всегда умел договариваться. Иди спроси. Ну, давай легонько попробуем покатать. Я уже даже не знаю. Да, мне кажется, не... А, ну все забили, давай попробуем. Извиняюсь, всем здравствуйте. Александр Олегович. А, батя, привет. Ля, ты в мастюхах? За что мотал? Да не, это по... в армии было чисто. Ребята, hey guys, we can play with you, or you play just two and two. Oh, I'm Razak. You want to play? Can you play? Can you play? Здравствуйте, юная леди. Здравствуйте. Александр Олегович. Привет. Не смущай. Ребята, можно с вами поиграть? We can use a pass for you. Yeah, pass and you can dunk on wherever you want. Давай, я по пасах хотел повыступать сегодня. Давай. Yeah, my friend. I don't think so, you can play. With your glasses also. No. I see you. I see you. That's... Don't worry. Net. What do you guys think? Can you play? Yeah, sure. Let's play, let's play. 3-on-3, yeah? Alright, are you sure you can play? Okay. We must to check. We give them the ball first. Партнером этого видео является Raid Shadow Legend. Вы уже побеждали Повелителя Демонов, разрушали Ледяного Голема, поднялись на вершину Роковой Башни. Также в игре есть очень много крутых боссов, такие как Торн Давиль, который провозгласил себя сильнее богов. Жаль, что он не умнее богов, потому что, не желая отказаться от короны, навсегда застрял в Цитадели Силы. Что ж, теперь ты можешь взять свою судьбу в свои руки, ведь это время Raid. Имея сотни артефактов для экипировки и более 500 чемпионов, наделенных уникальными навыками, вы можете создавать свою команду, развивать своих чемпионов и прокладывать свой собственный путь. Так что же нового в игре? А в этом месяце в Raid вас ждут непрерывные летние турниры и события, появление нового легендарного чемпиона, турниры с другими игроками и многое другое. Также в игре появится 5 потрясающих новых чемпионов. Вы просто посмотрите на этих парней. В начале следующего месяца выйдет гигантское обновление для кланов, которое принесет массу новых миссий и наград. Так что это действительно лучшее время, чтобы начать играть. Прямо сейчас переходи в описание под видео или сканируй QR-код и качай Raid только по моим ссылкам. И в качестве нового игрока получи один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпического чемпиона Чинуру в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Удачи и до встречи в Raid. One ball, one life, one rule. No, that's weather, it's not good. Да. Хватит уже, начинаем играть. Задолбал. О! Прилетело. Это тебе в лицо. Понимаешь? Right? Maybe. Again. Oh! No. Я сильно, раньше, я играл. Так, плюс-минус, но играл. Поэтому, за свою школу, когда еще пионером был. Да ё-моё, ты можешь защищаться, позоришь меня. Мы с ним недолго дружим. Его нога старше.
Мы привыкли играть в одной команде. Ну, окей, окей. Different team. Your back is very wonderful. А no. Мы играем в разных командах. Почему? Ну, потому что парни так решили. Ну, парни так решили поиграть в разных командах. Давай, пускай одну игру в разных, а потом, может быть, договоримся. На. Куда ты даешь? Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я тебе в руки дал. Мы только с бабкой гуляете, пока вот никто не смотрит, но только с ней играет, выходит сюда на площадку. О! 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 Ну, соскользнула с руки, как будет на английском? Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть. Let's go! Бля, говорит, не умеет играть. Ебать? Ебал? И что? Уже 9-2 счет, ты понимаешь? 9-2. Олег, давай. Что неинтересно? Ты смотри на свои броски. На свои броски посмотри. Тоже. Я тебе серьезно говорю. Ты видел свои броски? Ты вообще как будто не руками бросаешь, а яйцами своими. О, ну дед, ну на тебя ж пас шел. Ну сейчас выгонят просто, да и все. Как и тогда? Мы же за тебя проиграли, ты помнишь? Слушай, это отмазки, ты уже должен забыть это. 30 лет прошло. Наказание. Давай, дед. Из-за головы? А я не чаю. Из-за головы? Конец. Бросай, бросай. Нет. О! Что ты делаешь? Мне повезло, он подправил мяч. Так капец. Все, это разнос. Нас наказывают. Это разнос, может ты говоришь? О! Пас? Да что ж ты... В живот попал, а тебе же только операцию сделали. Там все нормально. Да, точно? Да, да. Да не, бабка перевяжет, будет все хорошо. Окей, young boy. No. No, no way. Да мы уже проиграли. Maybe because we play in different team. If you don't mind, we play in our team, okay? Давай, дед. Я пока объяснял, уже спать захотел и к бабке. Все, короче, ты меня задолбал, сейчас будет по-другому. Давай, я сейчас тебе покажу, как надо играть. Соберись, а то такое пузо отъел, что это такое? Не солидно, перед людьми позоришь меня. Let's play. Ты помнишь, да? Старые вещи делаем. Дед, дед, давай. Делай ветер. Заслон. Оу. Оу. Ну что? Старый. Старый. Раз в год и палка стреляет. Как старые добрые. Да ты елки дрова. Пора уже включаться. Долой, долой, долой твои броски. Оу, it's too hard for my back. Too hard to my back. Не болит? Ладно, дед, давай чуть-чуть будешь это, а то ты не это. Да не, ну. Да, да. Ну как мне? Я буду защищаться. А ты иди вон туда. И ты ее будешь накрывать, и блок, что ты делаешь? Ну, накрывай. Как дурачок по-то старый. О, забивай. Хорошо. You play like LeBron James. Ого, какой психун. О, три point из гир. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух, я испугался этого момента. Я тут защищаюсь, хорошо. Да ты встань, защищайся, что ты стоишь, как дурак.
Тут мувы пошли из NBA. Да ё-моё, ещё с фолом заколотил. Тебе же. 10-4, ё-моё. Дуем. За тебя проигрываем. 10-4. Старый, ты думай головой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, вот так. Это называется интрига жива. Что так долго, они думают? О чем они размышляют? Нас бы тренер, помнишь, Валерьевич бы уже давно выгнал бы их. Ну, они... О, видишь, как? Я тебе говорил. Держи, смотри. О, ну ладно. Ладно. Обошел тебя. Не-не-не-не-не-не. Оу! 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 Николаевич. Ну вот и все. Николаевич, уважение. Давай, я последний раз видел, как ты это 20 лет назад делал. Ху из ху, сейчас посмотрим ху из ху. Что ты пенсия? Все, что ты... Иди защищайся, что? Что ты можешь? Что ты можешь? Что? Ага, вот тоже бой воно. О, бульдог, бульдог. Сховал. Не урыло, закопал. Ты видел это? Давай, у нас есть шанс первый раз в жизни выиграть. Спасибо. Так, ребята, погодите. Надо выпить чуть-чуть. Березовый сок. I don't know how to be on English. Здесь березовый сок. Капля. О. О, набрали с бабкой березового сока, попей. Домашний, домашний. Давай, дед, давай, покажи, покажи ему. А я страховать побежал, не поверил. Не поверил. О! Да я и так, ну. С разворотом нашел. You like disappear, no? Ой, 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 да ну, да не, да не. Оу, оу, оу. Оу, оу. Drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that limit squeeze. Oh. When I'm falling down in identity. How old are you? Old body, young soul. Old body, young soul. Okay, old man, play. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. Oh. 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 Ну тебе же все равно больше мой трехочков нравится, чем вот эта вот клоунада. Не, мне эта клоунада нравится. Да ладно. Да. Ну ладно, сейчас. А я не стесняюсь. Смотрите, что он может. Дед, с ума сошел. Что делаешь? Она удивлена. Ну я немножко тоже. Это лучше, чем его вот эта клоунада. Подожди, стой. А шо? Давай. Домой. Шо? Прогрел. Чуть-чуть. Смотри, я вот так, оп, я когда-то делал вот так, раз, а потом два, а вот так почему? А вот так, оп, я пас на Легосе, а он сверху, бам, и все, сынок. Эй. Давай. Олег, бери, давай. Now is game point. I am old. I am really old. Это брейкданс был или что? Бабка померла лет 10 назад, да. Вот. Один Олегович остался. Давай покажем молоднику пару данков. Давай. Покажи, что ты в принципе можешь. Ну, у меня сил почти нет. Но то, что ты раньше делал. Ну, давай, один раз покажи. Оу! 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 Николаевич, да. Не хочу тебя набить, но я умею еще это. А ну пока.
Мне дало бороду. Был нокаут. Нокаут in my face. Я тебе говорю, не делай это. Это где-то еще молодые. Oh. That was dope, man. Oh. Thank you. Так, попробуем. Next year, maybe last. Да не. Да ладно. Но мои прыжочки все же впечатлительные были, да? Я знал это. Ему не говори, у него сердце слабое, может не выдержать. Фух, я не ожидал такого исхода, что мы выиграем у молодняков. Не, ну видишь, ты молодец. Реально устал. Ты не устал? Слушай, ты не двигался, как и раньше, как и раньше. Я устал 30 лет назад. Иди, спасибо, давай. Спасибо за игру, ребята. Спасибо. Что ты говоришь? Спасибо, батя. Хорошо, тебе не хворать. Ну что ж, внучата. Олегыч немножко устал, запыхался данки забивать такие. Поэтому прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал, написать щедрый комментарий. И мы с вами увидимся в новых выпусках. Отправляйте сие видео внучатам, внучечкам, бабушкам и дедушкам. И ставьте лайки. Это я уже говорил, забыл. Подписывайтесь на мой инстаграм, он есть в описании. Ну, на Олегыч тоже. Поэтому до новых встреч. Пойдем. Лайк, шер, подписывайтесь. А я сказал. Пойдем. Пока на расслабоне, на чиле. Да. Мой внук слушает вот это. Он не... Сейчас, пойди. Наебал. Опять. Штерн. Штерн.